Название картины условное, но многозначительное. Ее называли и музыка, и музыканты, и концерт, хотя лучше полотну подходит название репетиции. Театральный наряд юношей отрывал полотно от обыденности, а простенький мотив репетиции становился немного праздничным. Красоты картине добавляли и гармоничные краски и композиции. В период написания этой работы Микеланджело да Караваджо был еще молод и, несмотря на свой дерзкий нрав, вел достаточно спокойную жизнь в доме своего покровителя, кардинала Франческо дель Монте. Время драматических событий в судьбе художника и его исполненных страстей, борьбы света и мрака полотен, которые окажут влияние на всю европейскую живопись, еще не наступило. Картины его пока светлые и лиричные, в них нередко музицируют, как в представленном произведении, в котором цветущая юность и возвышенное искусство сливаются в гармонию. Трое юношей в условно-театральных костюмах сидят и готовятся к репетиции. В центре Марио Минетти подтягивает струны лютни. Скрипач внимательно вглядывается в ноты. Между ними третьим с рожком Караваджо поместил себя. Слева изображен Амур со стрелами за спиной, занятый виноградом. Глаза Купидона мокрые от слез. Видимо, песня, которую исполняют музыканты, повествует о печалях любви. Музыка была популярной темой во времена Караваджо, поскольку церковь решительно поддерживала возрождение и развитие музыки. Музыкант, сидящий на полотне спиной к зрителю, раскрыл партитуру. На ней видна надпись, которая должна точнее объяснить происходящее. Это нередкий прием в творчестве Караваджо, но никто пока не смог прочитать написанного. Мальчик с рожком на заднем плане – самый ранний из автопортретов художника, который не раз будет изображать себя на своих картинах. И это последний автопортрет Караваджо, на котором мы видим его безмятежным. Цветущая юность молодых людей гармонично сливается с музыкой и искусством в картине. Пространство на картине невидимо, все четыре фигуры не соприкасаются друг с другом и существуют, так сказать, сами по себе, и в то же время создают полноценную композицию на темном фоне. В замысловатых драпировках одежды юношей уже незримо угадывается нервозность и напряженное предчувствие, присущее стилю барокко, к которому Караваджо пристрастился в начале своего творческого пути. В музыкантах еще слышно дыхание Ренессанса, но в плотной и сложной композиции произведения, в закрученных тканях одежд и драпировок чувствуются те же напряжения и легкая нервная дрожь, которые отличают искусство барокко.